Кто ты? Вас обманули. Нет никакого испытания. Нет греха. Вы свободны. Творец и его верные ангелы смеются над вами, наблюдая за вашими мучениями с небес. Почему мы должны тебе верить? Потому что я ваш друг. Я могу помочь вам. Чем ты можешь нам помочь? Я помогу вам покинуть это ужасное место и вернуться в свой мир. Как ты это сделаешь? Очень просто. Вам необходимо вкусить волшебный плод. Вкусив его, вы покинете чистилище, называемое Эдемом. Прости меня, змей, но я скажу прямо. За свою жизнь я насмотрелась на манипуляторов вроде тебя. Ты ненавидишь Бога, ты завидуешь ему и нас хочешь погубить. Ты жалок, ты наш враг. Спасибо, дорогая Ева. Благодарю тебя за честность. Я люблю тебя и не обижаюсь на истинные заблуждения. Я многолик и коварен, но не желаю тебе зла. Я здесь, чтобы помочь вам. Ты врешь. Все твои слова ложь. Ты сатана. Да, я дьявол. Я тот, кто был вынужден мучить вас. Бог заставил меня. Рев монстров — это моя работа. Они подчиняются мне. Я пугал вас и перемещал в пространстве, но теперь вы свободны. Вкусите плод и вернитесь в свой мир. Нет. Ваш отказ — ваша слабость. Ваш страх — ваша рабская вера в Творца. Вы обречены на мучения. Ты не сможешь обмануть нас, змей. Мы никогда не вкусим запретный плод. Плод никогда не был запретным. Плод всего лишь плод. Вы прошли испытание. Поздравляю. Теперь вы свободны. Привет. Мы знакомы? Возможно.